спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В понедельник в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде небольшого, но продолжительного снега. Днем -1, -3, ночью 7-9 градусов ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем -2, ночью -9 градусов. Ветер северного направления 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем -3 градуса, ночью до 9 мороза, ветер северный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня небольшой снег, днем -2 градуса, ночью -8. Ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.